Всем привет! Меня зовут Елена, и сегодня я снимаю отчет за июль. В СП больше, чем просто большая. И начну я сегодня с очень приятного события – моего выигрыша. В этом СП был большой, очень большой розыгрыш призов. Разыгрывалось более 20 призов, схему наборов. И мне повезло. Я выиграла схему, которая мне очень понравилась. А я сейчас ставлю превью. Эта авторская схема называется «Вечерние огни». Автор схемы – Анна. К сожалению, не знаю фамилии. Но у нее есть группа ВКонтакте и канал на Ютубе. Называется «Анна Яки». Я оставлю ссылки. Там есть много ее красивых схем и работ. Схема эта мне сразу очень понравилась. Я ее видела и сразу поняла, что я ее хочу. Вот такой замечательный пейзаж. Домик, маяк, лодка. Изумительный пейзаж. Картина очень большая. Но, как я уже говорила когда-то, я никогда не выбираю картины по размеру. Я выбираю по сюжету. Но я ее буду вышивать не на Аиде, а на Лугане 25. И размер будет не такой уж и огромный. Начну я ее через пару месяцев. Я уже почти закончила маркизу. Вышиваю последний ряд. Довышиваю и сразу начну этот пейзаж. А возможно и раньше. А пока буду готовиться, собирать ниточки. Я изучила схему и осталась очень довольна. Во-первых, много ярких цветов. Мои последние большие картины или просто коричневые оттенки, или как маркиза, коричнево-зеленый. А здесь много ярких цветовых оттенков, очень красивые оттенки. Всего 240 цветов с блендами. Но схема, она намного легче, чем, например, в поэтическом салоне. Намного меньше одиночек. Да, вышивать я буду полукрестиком, а это быстрее. Я уже привыкла вышивать две большие работы. Одна на Аиде, вторая на равномерке, полукрестиком. Так и буду вышивать дальше. Я хотела сказать огромное спасибо Юле за СП и Ане за такую чудесную схему. Схема действительно очень красивая. А сейчас вернемся к моему поэтическому салону. Напомню, я участвую в СП с поэтическим салоном «Атасте». И на сегодня вышито 47 877 крестиков. Это 17,1%. За июнь вышито 6072 крестика. Вот что есть на сегодня. Я довышивала вот эту часть. Появилось три ноги. Раз, два, три. Но они в тени. Здесь особо нечего показывать. Я сейчас вышиваю вот эту часть. Хочу вот так вот все вышить. Полностью трех девушек. И на сегодня вот вышито уже первый ряд, второй ряд. И осталось вышить вот эти два листа. И потом я пойду вверх вышивать. Хочу быстрее девушек вышить. Вот, посмотрите, как красиво. Платье очень большое, просто огромное. Вот, смотрите, моя рука. Размер платья. Столик сзади. Вторая, третья девушка уже вырисовывается. Красивая картина. А руки, конечно, это отдельная тема. Вот это вот колечко, я так понимаю, белая пяточка на руке. Должно было быть. Очень красивый ковер. Посмотрите на цветы. И посмотрите на платье. Если смотреть издали, вырисовываются явные складки и травяной узор. И блеск появился. Но смотреть нужно именно издали. Вблизи не то. А я покажу еще вблизи, но вблизи это не то. Оно сливается, много оттенков и нет этого 3D объема. Но тем не менее покажу. Очень нравится контур платья.
Вот именно на контурах не просто много, а просто огромное количество одиночек. А вот эта вот часть фона, здесь было вышивать намного легче. Вот эта вот часть была самая легкая часть в картине. А здесь я повышивала. Красивая картина, мне очень нравится. Хочу быстрее ее вышить, но, к сожалению, быстро не получается. Картина действительно очень сложная. Одиночек действительно очень много. На каждом листе 150-170 символов. Как я уже сказала, вот эта вот часть картины была, наверное, самая легкая. Платье как-то легче пошло. Ковер, все контуры. Да, собственно, везде, везде это одиночки и шахматка. Прямые линии, ну вот были немножко, совсем немножко вот здесь, на стуле, здесь и здесь в фоне. Платье как-то легче пошло, я уже говорила. Но зато интересно вышивать. Вот очень хочу уже увидеть девушек, пойду вверх и сразу захочу их лица. Думаю, уже через месяца два они у меня уже должны быть. Ну, может быть, три, наверное, все-таки 3 месяца. Сразу буду идти по 2 листа. Раз, два. Вот так вот. Ну и лицо захвачу сразу. Там будет уже поинтереснее. Кроме того, синий цвет, салатовый, более красный. Ну, будет интереснее вышивать. Картина, я уже говорила, будет огромной, огромнейшей. Просто огромной. Не знаю, что будет в следующие месяцы. Надеюсь, все-таки поедем отдыхать. Поэтому сколько будет вышито, не знаю. Но вот этот кусочек хочу однозначно дошить. Он у меня однозначно в планах. Тут 2 листа идет, их нужно довышивать. Ну и желательно начать выше. Но опять же, лето, отпуска. Будем надеяться, отдохнуть все-таки удастся. Там посмотрим. Я смотрю, что я привыкла вышивать по 6 тысяч крестиков в месяц. Я сейчас их обычно вышиваю и на этом останавливаюсь. Процесс все-таки не один, а два. Хочется довышивать и маркизу. Начать еще один процесс. Вечерние огни уже показывала. Красивая картина. И еще один момент. Я как-то рассказывала о протирании ниток. Почему нитка пушится, рвется? Так мне одна девушка в комментарии написала, что кроме иголки, когда нитка трется об ушко, если она очень тоненькая, и что кроме жесткой канвы, нитка еще трется об органайзеры, органайзеры СТ. И сейчас я в этом убедилась. Его край, он действительно очень острый. И если снимать нитку под натяжкой несколько раз, она действительно трется о край и пушится. Я сейчас стараюсь очень аккуратно снимать нитки. На сегодня ничего особо нового не появилось, так что рассказывать особо не о чем. Дальше будет интереснее. Дальше девушки. Разве что у меня появился вот такой помощник. Это крысенок. Его зовут Стар. Он очень любит вышивку. Бегать по ней, все нюхать. Всем интересуется. Он ничего явно не грызет. Но иногда пробует на зуб. Очень игривый. Так что вышивать стало веселее. 2 раза убегал. На второй день, когда был еще диким, всего боялся. Вот тогда было весело. А второй раз он в рукав сам вернулся, залез, когда набегался под шкафами. Так что на пол я стараюсь его все-таки не пускать. На этом буду прощаться. Уже говорила, не знаю, сколько навышиваю в следующие месяцы, лето отпуска, но буду стараться. Вышивка сейчас пошла как-то легче. Так что не прощаюсь и всем до новых встреч!